Необычную систему полива зеленых насаждений придумали в Актау. Не секрет, что в этом засушливом городе, где столбик термометра в летний сезон достигает порой 40-градусной отметки, вопрос озеленения стоит как никогда остро. Горожане то и дело адресуют местным властям и коммунальщикам вопрос о спасении деревьев, которые в сильную жару то ли не успевают поливать, то ли не находят на это желание. Возмущенные люди решили помочь насаждениям своими силами, придумав альтернативный способ полива – водой из кондиционеров. А как именно они это делают, знает Динара Нургалиева. За последние 4-5 дней накопилось в районе 200 литров воды. Использовать воду из кондиционеров для полива зеленых насаждений. Эту идею житель города Актау Алексей Джубанов вынашивал несколько лет. И вот, наконец, ему удалось собрать незамысловатую, на первый взгляд, конструкцию. Состоит она из нескольких элементов. К шлангам от сплит-систем мужчина подвел и подсоединил пластиковые трубы. По ним вода стекает вот в эту зеленую цистерну. Автор проекта признался, что подсмотрел разработку во время учебы за границей. В Малайзии я увидел там, что в домах с наружной стороны не видно кондиционеров, но зайдя вовнутрь, я увидел, что у всех такие же обычные сплит-системы. Почему они это делают? Для того, чтобы сохранить больше фасад дома. На сегодняшний день мне хотелось бы, чтобы наши строители обратили на это внимание и сделали отдельные кармашки для кондиционеров, чтобы слив воды проходил в одно место и эту воду в дальнейшем использовать для полива. Сохранить целостность фасада дома – это не единственный плюс установки. Метод сбора конденсата избавит жильцов квартир от шума воды, капающей на подоконник с кондиционеров соседей, говорит автор проекта. Вся вода с бочек, которые пока установлены над козырьками двух подъездов, пойдет на орошение этих деревьев, а заниматься поливом будут местные жители. Очень редко у нас во дворе проезжают поливочные машины. Одно дерево за это лето уже высохло. Нам объяснили, как пользоваться этой системой. От щитка, где кран установлен, ключи дали. Шланг есть. Теперь мы сами будем поливать. Разработчик уверяет, конденсат безвреден для растений. Об этом говорят и специалисты местного ботанического сада. Алексей Джубанов предусмотрел и аварийный слив через водоотвод. Если бочки переполнятся, сработает специальный механизм. В общем, все продумано до мелочей. Осталось только пользоваться и спасать от жары гибнущие насаждения. Динара Нургалиева, Саламат Бикпаев, Актау. Итоги дня. Хабар.